Люди пока не могут обратить внимание на то, что страна сдается в рабство. Сдается в рабство президентом, за которого проголосовала большая часть народа, который вместо того, чтобы объяснить людям и защитить их права, защитить их достоинство, ездит по миру и рассказывает людям сказки. И сдает эту страну в руки одного конкретного человека, Владимира Плохотника, который и создает для него условия, при которых он будет править этой страной еще следующие 20-30, может быть, 50 лет. Но мы этого не хотим. Потому что мы видим, что происходит в Гагаузии при мажоритарной системе. Когда демократическая партия, получив всего лишь навсего один мандат на выборах народное собрание, которые прошли в декабре прошлого года, контролирует большинство в народном собрании. И принятие мажоритарной системы или смешанной системы приведет к тому же вот в этом здании, в парламенте Республики Молдова. Но мы этого не хотим. И я не хочу, чтобы избирательную систему менял парламент, который больше не отражает волю народа. Потому что ни одна политическая фракция, ни одна партия, которая прошла в этот парламент, больше не отражает ту волю, которую народ изъявил в 2014 году на парламентских выборах. Ни одна политическая партия не сохранила то количество депутатов, которые доверил ему народ. Поэтому этот парламент не имеет права не принимать не только изменения избирательной системы, он вообще не имеет права от имени народа принимать любые решения. Поэтому самое правильное решение...